свадьба. Прекрасное и яркое событие. К нему готовятся, копят деньги на его проведение, а иногда берут в долг. Создают семьи, заводят детей, и если все складывается удачно, живут вместе долго и счастливо, а у некоторых по тем или другим причинам разрушаются отношения. И вот тут-то начинается самое интересное. Если одни мужчины без слов заботятся о своих детях после развода, то у других все эти хлопоты, в том числе содержание детей, по умолчанию ложатся на плечи бывших супруг. Среди часто поступающих обращений в администрацию области – жалобы по поводу невыплаченных алиментов. Этот и другие вопросы проанализированы на видеоселекторном собрании в Самаркандском областном управлении Бюро принудительного исполнения с участием КУКИМ области и представителей сферы. На встрече обсужден статус выполнения исполнительных документов, поступивших в Бюро принудительного исполнения в разрезе территорий. Особое внимание уделено вопросу выплаты алиментов. В одних районах работа по взысканию ведется как следует. Положительно отмечена деятельность сотрудников Пахтачийского района. В других – нулевые показатели. Был продемонстрирован репортаж по итогам проведенного рейда рабочей группы по домам алиментщиков в Иштыханском и Катакурганском районах. Мы не будем озвучивать фамилии и адреса, а только лишь хотим показать, в каких обустроенных домах живут якобы безработные должники. По сути, все они имеют работу, соответственный доход, а выплатить долги по алиментам не желают. По данному вопросу были заслушаны отчеты руководителей районных и городских отделов. Как отметил глава региона, важен результат не на бумаге, а в действии. Tahlil qilgandagi natijaga ishlashimiz kerak-ku biz. Hamma imkoniyatlarimizni to'g'ri safarbar qiladigan bo'lsak, men 200% ishonch bilan aytaman. 50% ga kamayib ketadi. 20 ming 10 mingga tushadi. Qattiq ishlagan joylarda 5 mingga tushib qoladi. 75% kamayadi. Hamma narsani ko'taradi qog'oz. Qog'oz emas, odamlar rozi bo'lish kerak bizda. На предыдущем собрании были даны задания о трудоустройстве безработных должников по алиментам. Была дана информация о проделанной работе со стороны ответственных лиц. По сообщению руководителя областного управления занятости и сокращения бедности, на сегодняшний день по региону есть более 20 тысяч свободных рабочих мест и принимаются все меры по обеспечению трудоустройства алиментщиков. Говорилось о том, что некоторые должники при наличии больших долгов отказываются от предлагаемой работы. Каждый понедельник данная тема будет в центре внимания, а рабочая группа продолжает изучать деятельность и дома должников.